Приветствую, друзья! Ну что, сегодня мы будем вывозить наши пчелосемьи на тачок. Первый тачок мы уже вывезли. Сегодня будем возить второй тачок. Вчера мы вечером одну партию уже сделали. Ну и сегодня с утра приехали, будем возить снова на второй тачок. Нам туда надо еще съездить два раза. Использовать будем наш вот такой вот прицеп. Уже в коротких видео я уже показывал, наш этот прицеп мы приобрели. Ну и сейчас хочу показать, что мы маленько его доработали, сделали такие борта откидные, поставили шарниры. И сейчас у нас полностью платформа получается ровно, борта откидываются со всех сторон и свободно можно ставить ульи. Хоть слева, хоть справа, в общем, удобно получилось. Ну и вывозить будем наши вот эти вот двенадцатирамочные улья, они как бы не тяжелые получаются, и входит сюда, если ставить по 3 улья, то входит 21, но мы вчера попробовали, еще вот так вот борт делаем, сюда входит еще 4, получается 4 на 7, итого 28 ульев за раз мы можем увести. Ну и большой плюс то, что на платформе вот застелено вот такое вот покрытие. Ульи у нас хорошо скользят по ним, ничего не зацепляется. Все прекрасно. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions, safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. Ну что, погрузили нашу платформу. Получилось 28 ульев. Сейчас уже начали крепить вот ремни у нас на трещотках. Один борт у нас получается закрытый. Второй борт у нас вот так вот открытый. И ульи тут немножко висят. Но борт мы поднимем вот так вот. И ремнями все подтянется, затянется. В принципе, хорошо, мы вчера уже так вывозили. И у нас получилось нормально. Получается, обвяжем так по рядам. И еще потом прихватим вот так вот, чтобы они у нас на торможение, ускорение тоже не ездили. Ну все, закончили, обвязали. Всяко-всяко, крест-накрест. Использовали в этот раз такие вот трещоточки. Эти обвязали каждый ряд. Ну и по длине тоже обвязали, чтобы крышки у нас не сдувало. Амортизаторы поскрипывают еще. Не смазали мы. Ой, не амортизаторы, а рессоры здесь. Надо их смазать. Так, ну что, все хорошо, благополучно мы доехали. Сейчас будем разгружать. Вчера у нас вот вечерняя партия стоят, но еще, наверное, не начали летать, облететься должны и на работу сразу. Ну вот тут вот тишина, вот тут какая-то семейка, я смотрю, начала уже понемногу, вот тут где-то пчела летала, но высовывается потихонечку. Сейчас рано утром, конечно, время маленько, может, разогреет днем-то, и все равно облетятся и сразу на работу. Ну, вот тут какая-то пчелка вот. Ну, прохладно еще, 12 градусов с утра. Сейчас мало малей и все, и полетят. Ну и свежие тоже сейчас привоз. Тоже сегодня днем уже полетит.
Так, ну что, все, платформу мы разгрузили. Сейчас открываем литки. Ну, пчелка сейчас поактивнее вылетает, да. Вчера мы вечером открывали, не так они вылетали. Сегодня, конечно, с утра и погодка-то потеплее. Пчелы лучше сразу в бой, как говорится. Ну что, друзья, все, закончили вывозку. Сейчас вторую уже у нас не получится сделать ходку с утра. Уже как бы так более-менее встало тепло, пчелы уже начали вылетать. Я думаю, что на домашнем точке у нас тоже начали пчелы уже вылетать. Не получится их закрыть, привести. Ну и сейчас вот мы литки открываем, пчелы тоже здесь, конечно же, потревожены, немножко начинают вылетать. Пройдет время, они успокоятся и, конечно же, здесь тоже облетятся нормально все и все. Ну на этом, ребята, у меня все. Кому понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. На этом у меня все. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Пока-пока.